Ну что, пацаны, всем здорово, с вами Эван. Не прошло полгода, как мы играем уже на смотре. Вернее, не играем, а продолжаем играть. Дико извиняюсь, что уже очень давно вообще не было серии по смотре. Уже вышла серия по Радмиру Карамба и серия по Радмиру МТА. Хочу вас попросить также смотреть данные серии, потому что они интересные, трешовые. Даже вот предыдущая серия по Радмиру Карамба, когда мне подарили серию, там и дрифт, и трэш был, и истории разные. Вообще нормально. А сегодня я хочу вам рассказать и поговорить, что же будем делать на смотре, какой нам дальше будет. Swag, bitch. Сразу давайте начнем с того, что я купил скин. Вот такой вот скин, который вы увидите сейчас в видео. Вставлю, как я его покупал. Так, хотел еще купить скина сегодня. Так, зайдем и что-то купим. 50 тысяч, а его нет, 50 тысяч нет, нет, нет. Хотя это 30 тысяч, нет, не хочу, 150. Микрошен босс, но это банально. Вот это, кстати, неплохой такой. Этот банальный, статхэм не хочу. Так, это тем более, тем более, тем более. Нет, нет. Тысячи. Нет, 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 нет. И женские пошли. Короче, наверное, куплю себе этот. Вот этот. Чуть больно мне он понравился. А ну вот. Мышка есть здесь. Премиум. Давайте купим его. Все куплено. Выйти из магазина одежды. Все, изи. Списал у нас... Сколько списал? Было 150 тысяч, да, где-то так. Теперь хоть не бомжачий скин. Ну ладно, поехали. Вот такое, короче. Нормальный такой скинчик для начала, потом может и статки ему куплю. Дальше что хотел сказать, что я купил еще, наверное, может месяц назад вот данное авто. Это, короче, Нива Урбан MR778178. Если поняли, я Ниву Урбан не люблю. Вообще Ниву не люблю. Но я купил чисто из-за номера, чтобы поставить его на зубарик. И вот мы его сейчас поставим, но перед этим я, конечно же, с него поиздевался. И как вы думаете, что я на него поставил? Сейчас вам покажу. Так. Вот. Нива. Нормально, да? Дрифт на Ниве на заднем приводе. Нива — это еще задний привод и еще дрифт. Это жестко, да, пацаны? Но мне, я чисто зашел на БУ, посмотрел Ниосты, что-то 300 или 400 тысяч, я не помню, скрин есть или нет. Если нету, я если есть, я приложу, если нету, не буду ставить. И получит такие вот номера. Мне очень не напоминает с первого сервера. ОМР у меня были 778-78, а здесь АМР 778-178. Такой. Дальше, что я хотел вам рассказать, что я не знаю, чем снимать. Это вообще на смотре нет вообще никакого желания, во-первых, снимать, развиваться, зарабатывать деньги. Вообще, как-то зашел на БУ, хотел что-то купить, да, какую-нибудь тачечку. Я такой захожу и смотрю, что эта тачка у меня была, это уже было, это было. А такие тачки, которые не было, они или мне не нравятся, или мне по бюджету не подходят, или какие у меня не было, тоже по бюджету не подходят. Вот такое. Развиваться, если честно, впадло. Вот я прям, мне очень выручают бизнесы, которые мне подарил подписчик, это по 30 тысяч. Один я бизнес продал, как вы знаете, а второй у меня еще есть, я его не продаю. Так он у меня вообще... Я не захожу, не работаю, это у мэра Порше Панамера поехал. И такое. Я вот не знаю, наверное, записать серию по оффроуду. Я не знаю, что записывать, так что пишите ваши деньги, что можно записать. А мы пока приехали же на ЕКХ.
Так, давайте берем, что у нас 300 тысяч, да? ОАА, 8,89, нормально, 34, давайте снимем 394 тысячи, вот, снять, все, идем, а здесь снима, нету его, да, ну ладно, поехали, короче, на ЭКХ, ой, не на ЭКХ, на оплату штрафа ФЛС, это там, понимаю, уже меняется это. Ну, короче, не вообще нормально, потому что здесь и тренировочка, есть и ксенончик, да, красивенький. Так, второе, о чем я хотел бы поговорить, это информация о конкурсе. Вы знаете, у меня что-то в последнее время, где-то месяц назад, начали прирост подписчиков нормально. Я думаю, о, уже хорошо. А потом чисто остановилось на 593, потом 590, 592, 591, 593 снова. И вот так. Сейчас 592 опять. Я хотел вам сказать, если сейчас будет 600 подписчиков, я сразу запущу конкурс. Я вообще давно еще хотел запустить конкурс на Смотре, но я его не запускал по таким причинам, как у меня, пацаны, как я вам, кажется, не говорил или говорил, посмотреть чат. У меня заглушка на 21 час и 57 минут. У меня был мут на 2 дня. 2 дня и что-то 10 часов. Я же день и 10 часов отсидел, мне еще один день отсидеть. Вот конкурс сразу будет. Или мы набираем 600 подписчиков, и я пофиг на это, сразу запускаю конкурс. Такой масштабненький, на ляма 2-3 на Смотре. Хотя это мои 2 ляма 3, ну ладно. Запускаю конкурс сразу же. Или тупо досиживаю мут, и тогда я его запускаю, так что думаете. А мут это будет сидеть, наверное, еще к началу лета, может даже дольше. Вот такое, короче. Так, Нива Урбан на Subaru VRX. 600 тысяч? В смысле, блин? Нет, идите в жопу. 600 тысяч, чтобы номеры поменять, вы чё? Такое. Короче, потом, возможно, же поменяю. Ниву пока продавать не буду. Может, ее потом даже на конкурс оставлю. И вот такое. Также пишите в комментарии. Это бесконечно, когда я говорю, пишите в комментарии, вы ничего не пишите. Прям так, знаете, грусть. Вообще нету никакого прям настроения что-то записывать. И еще что-то стараться такое. Просто пишите в комментарии. Во-первых, хотите ли вы конкурс на третий Смотре? И вообще не хотите. Я, ну... Ну так, до 1000 подписчиков вообще сейчас конкурсы будут жесткие. Буду работать уже на Смотре. Даже буду стримчики скоро летом, потому что сейчас у меня экзамены, и потому серия редко выходит, конечно, извиняйте за это. Также пишите, какие тачки вы хотите на конкурс, и какие тачки вы хотите... Не, и вообще, что вы в серии хотите. Ну а с вами был Левон, всем пацаны, удачи, и всем пока.